Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня закупка продуктов из магазина Метро. Я делала заказ через Сбермаркет в магазине Лента и в магазине Метро. Мне вначале привезли Ленту, сейчас мне привезли Метро. На самом деле особо не знала, что там заказывать, но мне вот уже написали в комментариях, что надо было рыбу заказать, и я что-то не стала, не знаю, побоялась как-то. В общем, в следующий раз еще закажу обязательно рыбу. Вот. Ну и давайте покажу вам свою закупку. И чек, как всегда, будет в конце видео. И в чеке в самом начале идет сумма покупки, а потом уже список товаров. То есть чек из ленты, он был немножко другой. То есть в конце, да, была сама сумма. Здесь наоборот, в начале сумма идет такими черными выделенными, а потом уже дальше идет список товаров. Итак, вот закупка из магазина Метро, но она у меня получается маленькая по позициям, но большая по объему. Как вы уже видите, я заказала много мяса, сразу большой объем. Там еще была рыба, рыба-горбуша. Ну, я решила начать с мяса, посмотреть как да что, а потом уже, если что, рыбу-горбушу. Я вначале подумала, зачем столько горбуши, а потом... Ну, ее можно засолить, из нее можно сделать из филе фарш, там, например, на котлетки какие-то, да, можно, ну, в общем, филе снять, можно стейки пожарить, в общем, и на пироги можно горбушу пустить, да, ну, в общем, куча всего можно сделать, наверное, я в следующий раз, если она будет, закажу. Ну, и давайте начнем отсюда сначала, да. Заказала яйцо, оно было подешевле, чем в ленте, поэтому заказала Метро, я сравнивала некоторые цены. Заказала также соки вот такие, томатный, цитрусовый, яблочный. Это у меня положил туда в корзину муж, но он почему-то думал, что это большая бутылка, а оказалось две маленькие, я как бы тоже не проверила. И бананы. Вот, я в ленте, вот предыдущая, да, закупка в ленте, взяла бананы, и здесь взяла бананы. Ну, в общем, много не мало, скажем так. Вот, дальше взяла вот такие сосиски Черкизово, обычные две упаковочки, ну, они тоже пригодятся, да. И еще взяла вот такую огромную, здесь, по-моему, килограмм, девочки, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, здесь большая-большая упаковка. Пепперони вот эти вот, да, вес 1 килограмм. Их можно заморозить. Вот я читала в интернете, что их можно заморозить, это раз. Во-вторых, их можно для мощной пиццы и на пиццу, и в яичницу, и в любую, вот где вот нужна вот такая колбаска, она остренькая, получается очень-очень вкусно. Так что советую. И получается в Метро она дешевле, чем в ленте. Правда, фирма другая. Попробуем, не знаю. Также сыр, большую упаковку я взяла. Тоже, если что, я натру на терочке и заморожу. Ну, часть мы съедим. Тоже я люблю всякие запеканки с сыром делать и так далее. Кило 100, вот получается, целый ламбер. Не помню, сколько он стоил, но дешевле, намного дешевле, чем в ленте. Соответственно, я взяла. Почему нет? Натереть на терочке, заморозить и потом делать пиццу. Тесто намесил, вот тебе пицца, пожалуйста. Помидорчики кинул, еще что-то кинул, и все, отлично. Еще взяла круассаны вот эти, вот я уже говорила, у меня берут в школу, садик, муж с собой. Беру вот такие обычно упаковки большие. Ну, можно и любые другие, конечно же, но я беру вот такие. Ну, и давайте уже перейдем к мясу, да. Вообще, я изначально заказала куриную грудку. Потому что у меня в доме, то есть куриная грудка уходит в первую очередь. И отбивные, и плов я делаю с куриной грудки, и супчик можно сварить куриный, да, на куриной грудке. В общем, и эти рубленые котлетки, и просто котлетки. В общем, куриная грудка у меня всегда очень уходит. Но сборщик вот этот позвонил и сказал, что есть только филе бедра. Куриной грудки нет, к сожалению моему, потому что по сумме, если посчитать за килограмм, получается намного дешевле, чем где-либо я когда-либо покупала. У меня мясная лавка достаточно недорогая по мясу, но в Метро получается намного дешевле. И рыба тоже в большой упаковке, вот я говорю про горбушу, я не помню, сколько там килограмм, но кому интересно, можно зайти посмотреть. Не помню стоимость, но получается намного дешевле. Вот, и взяла вот такую свинину, тоже большой, видите, написано «отроп свиной бескостный», здесь шейно-лопаточный, то есть
Шейно-лопаточный. То есть, я так понимаю, и шея, и лопатка здесь, да? Вот такой вот большой. Здесь 6,5 килограмм. Вот здесь должно быть 5 килограмм. Ну, видите, тут упаковка немножко размякла. Нигде ничего не написано, девочки. Сейчас посмотрела. Здесь должно быть 5 килограмм. Здесь получается, ну, вот кусок просто 6,5 килограмм. Тоже очень выгодная покупка. Я еще обязательно по вот рекомендациям, тоже девочки мне писали, кто смотрит мои закупки, что еще рыбу очень выгодно покупать в метро. Вообще очень буду ждать ваши комментарии, что еще выгодно купить в метро. Так что я имею доступ до этого магазина. Теперь буду, конечно же, доказывать. Но вот это вообще супер. То есть вы купили, можно и фарш. У меня, правда, мясорубки до сих пор нет. И шашлыки. И, в общем, ну все, да? Все можно, все что угодно, и потушить мясо, и, ну, в общем, супер. Я его сейчас как раз буду разбирать порционно, разделять, что из чего я буду готовить и так далее. То же самое филе бедра. Можно также его пустить. Я очень люблю филе бедра тушить с томатной пастой и с луком, такой типа как чехачбили из курицы, ну, наподобие я делаю, да. Тоже очень вкусно. Рубленые котлетки можно сделать. Также плов. Ну, в общем, много что можно сделать из этого тоже. Я прям очень рада вот этим покупкам, потому что по цене, я не знаю, как в других городах, я честно не знаю, я у вас не была, вот, но в Санкт-Петербурге вот это самая дешевая цена, получается, на филе бедра и на свининку. Вот, так что вот такая вот у меня небольшая, но все же была покупка. Остальное я все уже буду среди недели, там молочку и так далее, что все, что мне нужно, уже докуплю. Очень удобный, конечно же, сервис. Можно купить основные продукты, а остальное все по мелочи заходить где-то в других местах, также по акциям и скидкам покупать. В общем, супер. Мне очень нравится, я прям подсела. Вот. Ну и давайте покажу вам чек.